Да, да, иду, Серёга. Я тебе искал. Возьми мне пиво. Пивка взять? Да. Здесь? Баночную. Давай, возьму. Заплати. Давай. Ладно? С праздником тебя, Серый. И тебе. Вербное воскресенье сегодня. Ага. Здоровья крепкого. И тебе здоровья крепкого. Здоровья, Серый. Ты в Акуре был сегодня? Был сегодня. Кофе пили уже. И я пил. Там. Ну, пойдем, возьму. Выбирай баночку, иди в холодильник. Точно возьмешь? Возьму. А ребята, не будь плохая пить. Ничего не буду. А? Нет. Вот холодильник справа. Я баночку. Ну, смотри. А какую возьмешь? Холодненькую убери с холодильника. Не, я не хочу холодильник. Том, подай мне красную баночку пива. На еще и баночку. А что ты холодный не берешь? Арсенальная или Балтику? Арсенальная. А Балтику что, нет? Не, я хочу ее. 70 рублей. Серый решил с пивка профессор, правильно? Витька робот у нас тоже тут с нами кофе пьет. В этом тебе второй раз. Сань. А? А я пойду. Саня, блядь. Сейчас пробьем, Сереж. Ты пивка захотел? Ага. Сегодня праздник, а можно. А что, нельзя? Можно. А ты пьешь? Да иногда бывает. А в Акуре пьешь? Бывает иногда, очень редко. Ну, редко, да? Ну, да. Ну, молодец. Молодец. На здоровье, Сереж. Маме привет. А я думаю, я у тебя был дома. Сегодня? А тебе дома нет. А мы здесь, вот видишь, Саня приехал. А? Санек, вот пограничник Михайловский приехал. Он был уже. Они были уже, ты забыл просто. Да я видал их. Видал? Да, помнишь? Да. Помнит, помнит. Пограничник, да? Мы с миром приехали, не думай ничего. От души. А что, с Михайловки? Да. На, а зачем? Руки втрать. Не надо. А то отпечатки тут оставили, да? Может? И что будет? А ты мне лицо заняли, да? На тебя? Да. А ты что там, говоришь что? Нет. А зачем тогда милиция? Никто не будет, Серега. У меня друзья все нормальные. Никто в милицию не бегает. Зачем по милиции? Ну, не жалуется. Это балованный кто? Сань. Кто башкой облитки? Не стоит, поехали. Поехали. Встаем. Куда поедем? Сердце и почки надо взять, легкое и печет. Ну ты Сергея пригласи на шашлык. Я не буду. Почему? И Гордей не будет. Всех учит. Шашлыки не будет. Он. Сергей? Да. Ты не будешь? Саня, поехал. Не буду, Серега. Сейчас, подожди, давай, Саня. Постоять. А где ему? Машина твоя где? Саня, поехал. Машина уехала. Так я пройду. Куда? Сюда, к тете Томе. Надо пробить. А, давай, пробивай. Пиво твое, а Серега. Поедем, царь. Да. Давай. Чувствуй. А я не поеду. А, да. Тут поводит. Я ему ключи дам, он сам едет. А что ты стоишь? Он ездил. Ой, че. А ты не водитель? Нет. А? Нет. Все, Сереж, забирай. Не привык. Мать ругать не будет за пиво? Я выпью, да и все. Не учует она? А если унюхает? Она, я уже ей рассказывал. Что выпивал? Спасибо. Что выпивал? Что там подписчик, как? Привет передают тебе всегда. Деньги не передали? Да иногда бывает. Пока нет. Ну, когда будет, дашь? Да, конечно, дам. Сколько? Ну, как будет, сколько будет, столько дам. А сколько? А сам не знаю еще. Как получится, Серёнь. Ты курить будешь, пойдем покурим на улице. А ты какие? Да вот есть у меня. Кремов. Ага. Не, не буду. А ты какие хотел? Я никакие не хотел. Спасибо за кремов. Ну, здоровья, Серега. Потом я тебе отдам. А ты чего это, Серега, забухал? Нет. Пиво взял. А что, нельзя? Просто? Брать праздник? А что, нельзя? Ну, почему? Надо. А ты что, пиво не берешь? Я не пью пиво. А что? Пиво не пью. А что? Он за рулем, Серега. Я вообще не пил. Он же за рулем. Еще и за рулем приехал в машину. Да. А где машина? Он стоит на улице.
Твоя? Иномарка, да. Твоя? Сад. Да. Поехали. Сердце надо взять и почки. Легкое и печок. Успеем, Владимир Иванович. Че успеем? Успеем. Не стоит. А рынок уже закрыт. Сад, поехали. Рынок сад. Закрыт уже, Иванович. Там ехать уже некуда. Ну, Владимир Иванович? Да. Ну, я и говорю, Иванович. А ты, Сергей Геннадьевич? Да. А ты Геннадьевич. А ты? А я Владимирович. Давай, Владимирович. Чего? А зовут? Меня? Да. Александр. Александр Владимирович, давай. Да. А ты где его? Иванович? Да. Может, тебя тоже довезти, Сереж? Мне не надо. А то вот он довезет. Не хочу. Давайте отвезем. Да, не хочу. Почему? А то мы другой еще. Что? Михаловку меня побегли. Ну, что, отвезем тебя. Кстати, у нас есть там невеста. Ирка звать. Кто с Михаловки смотрит, они знают. Ирка у нас такая есть. Такая девчонка. Сойдетесь и будете жить. Не-е-е. Я помогу, встречу организую. Давай, привезем. А? Не. А Сань, ты его катаешь? Александр? Сань, ну-ка, а что? Сань, надо ехать. Сань, поехали. Слушаю, ваше благородие. Слушаю. Отведи его, раз он задолбал. Так я же без машины. Задолбал, ну. А куда его? Это Санёк. Глянь, тебе плечо вот грязно. Ну и чё? Ты нам плевал-то, да? Не, я не плюю людей. Ты чё, так же нельзя. Поди его, отвези. Поди. А то он... Чё ты за него переживаешь? А чё? А то я сгинет драться. Иваныч? Да. Ну ты чё, он самый спокойный человек. Он как Коль Леопольд. Давайте жить дружно. Что, дай сигареточку, держи. Табак. Табаком. Пойдет? Держи, Серёж. Не надо. А что, он забрал что-то?